Ух, со второй попытки я получаю данную посылку. Ожидаю штативчик, или как, я не знаю, это правильно называется, для съемок, для телефона. Посылка из Китая такая вот крутая. А неудобно все-таки одной ручкой распечатывать. О, надо же. Вот она, коробушка. Где тут? А вот так вот со всех сторон подсниму, подсмотрю. Это ж, наверное, теперь у меня будет рука не трястись. Я буду красиво-красиво снимать. Ну, тут запаковано. Видимо, придется ставить на паузу. Так. Ух. Ого. Тянем, потянем. Вытянуть не можем. Можем. Вытягиваем. Вот такой вот штатив классный. Угу. Я думаю, отдельно сниму, как им пользоваться. Поскольку не очень удобно снимать и раздвигать одновременно. Вот, снял ее в разложенном, раздвинутом виде. Вот так вот. Ух. Сейчас отойду. Стоишь, не падаешь. Вот такая вот. Такой штатив. Вот здесь вот такой крепеж. Зарядная. В общем, вот такая вот интересная штукенция. Посмотрим, поснимаем.